«Динамо Рига», игра чемпионата континентальной хоккейной лиги и фрагменты первого периода на ваших экранах. В неплохом темпе шел хоккей, но вот хороших атак мы видели не так много. Бросков, соответственно, поворотом тоже было не так уж и много. И уж точно не столь большое количество, как бы мы привыкли видеть в исполнении чебоецкой команды. Но, тем не менее, две заброшенные шайбы все-таки состоялась. Одна не без удачи для рижан. Петр Вячеславов задел шайбу после броска Антипанца. И шайба влетела в ворота Василия Корчикина у него над плечом. Ну а Северстар отыгралась довольно быстро, через полторы минуты. Вот так действует шестером против первых соперников на отложенном штрафе. Денис Казионов сначала закрыл видимость голкиперу, не дал тому отбить шайбу.